мы ствараем гісторыю. І прыдумалася такая гісторыя, якая здараецца часта. Гэта данельга закаханы хлопец, які ўжо не ведае, як ёй растлумачыць пра сваё каханне. Я думаю, что эта скульптура изображает старинный город, стены вокруг. И это, наверное, то место, где мы сейчас находимся. Ну, я бы обязательно повела своих гостей на мост сфотографироваться со львами. Залезла, стала, я не знаю, положила, может, руку куда-нибудь на лапу. Вот. Надо будет обязательно потереть. Это новая достопримечательность нашего города, и там люди с удовольствием сфотографируются. Это будет скульптура у бронзе, у натуральную величиню. Это не вельми высокие подлетки. Яна 1,60 м, ён 1,70 м. Ну, сувымиральные с оправданными людьми такого возраста. Это, конечно, уже будет интерактивно, потому что глядач сувымиральное с собой воспринимает особливо близко.